Анонс и точки выхода 115 серии сериала «Ветреный холм». 115 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Халиль играет с ревностью Зейнеп. Ему доставляет некоторое удовольствие наблюдать за тем, как она злится. Он рассказывает ей, что собирается подарить подарок одному очень нежному человеку. Зейнеп это начинает злить, и она позволяет себе залезть в телефон Халиля, чтобы узнать, кому он хочет сделать подарок. Зейнеп сама не понимает природу своих действий. Ей кажется, что она поступает очень глупо, но ничего не может поделать с собой. Халиль застает Зейнеп за этим занятием. Позже Зейнеп звонит сестре, чтобы поговорить. Ее разговор подслушивает девочка, которая сразу же бежит рассказать Халилю о том, что Зейнеп на самом деле влюблена в него. Халилю приятно услышать это. 115 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.